Всем привет, с вами Валда и Горели, и мы снова в кооперативном прохождении Lord of the Rings Conquest. Привет. Всем привет. Это третья серия уже, и в общем, что у нас тут? Надо разрушить осадные башни и убить каких-то там мумаков. Это больших слонов, я так полагаю. Да, мы просто немного поиграли, у нас было соединение, тяжело все. Вот. Поэтому пишем уже второй раз, или третий даже. Я думаю, от этого будет только веселее. Хотелось бы в это верить. В общем, если вы это видите, значит все нормально. А если нет, значит не судьба. Да уж. Ну что ж, ладно, что ты там делаешь-то? Давай, я троллю валю. Мочу тролля. Около осадной башни. Давай. Я делаю то же самое. Блин, так у меня какие-то, блин, уроды валят. Осталась одна башня. Ох, сука, меня тролль убил. Ничего, я поджег вторую башню, и теперь надо бежать к катапультам, насколько я помню. Беги, беги, давай, я тролль завалю, короче. У меня теперь это просто дело чести. Вальнуть тролля. Все, тролль лег. Ну, по крайней мере, один из них. Вот вижу еще одного. Мумакилы. Да уж. Огромные слоны, которых можно завалить буквально только катапультами, либо очень-очень сильно подолбавшись. Подолбавшись? Да. Так, где тролль-то? Есть? Понимаю, буквально. Давай, ты что там, идешь? Меня тролль завалил. Пока была заставка, он подошел и вынес меня. Хотя игра не останавливается, вот что в чем прикол. Нормально. Вот идет заставка. Так, меня тоже валит, короче, но я теперь играю леголазом. Я герой, супер. Все, сейчас просто все лягут с одного выстрела. Так, где тролль? Нету тролля? Прям в голову засадил. Ты у катапульт, надеюсь? Да. Да. Ну все, стреляй, тролль. Я от этих всех завалю, давай. Я, короче, прикрою. Я не могу что-то сесть к катапульту. Да блин, нифига такой жесткий орк-колдун или кто. Я только-только успел кинуть просто снаряд катапульта. И чё? Мумакил умер, но я сразу после него умер. Ну и ладно, ничего страшного. Давай, защищай катапульты, просто если разрушишь, это будет очень плохо. Так что давай. Блин, я так кашу, короче, жестко. Прям в пузо мумакилу. Попал, да? Давай, да. Последний выстрел остался ему. Он уже близко совсем. Давай в голову ему. Ну почти в голову. Отлично. Орки лезут, все равно не знаю откуда. Блин, колдуны бесят вообще, короче, жестко. Так. Отступайте. Вот странно, конечно, в этой игре появляются мумакети просто из ниоткуда. Хотя, по идее, дали задание убить двоих, тут появился третий, так неожиданно. Да ладно тебе, забей. Тут тролль, короче. Бежит просто на меня. Сам факт того, что если будете играть, будьте готовы к сюрпризам. Да уж. Еще тролли жесткие достаточно, ребята, короче, меня не бесит. Они валят вообще жестко. В ближнем бою против них, короче, лучше не соваться. Лучше издалека, там, лучником или магом. Кого, тролли? Да, тролли валить потихонечку. Тролли вообще очень сложно валить, потому что жизни тьма. Если схватит в руку, сразу минус... Ты минус целая жизнь. Да, вот схватил кого-то как раз. Мы сейчас это наблюдаем. О, он исчез, что за лак? Он просто исчез. Но у меня он на экране просто и был, и нет. Так, пытался поджечь, мне не дали. Так, что там? Вот что прикольно. Сложность игры на самом деле довольно большая. Мне не дают даже встать, например. Вот я не могу встать. Я пожег башню, все нормально. Пока ты там плачешь. Да не. Правда, это для зрителей канала очень полезная информация, мне кажется, будет. Плакать? Ох, черт, меня сейчас башня накроет. Да, плакать, да. Так, ладно, что теперь дальше? К кому присоединиться надо? К Теодену? Что мы сделаем?
Я играю за этого Винарханского. Кого? За такой шпион или как там? Шпионома? Нормально, то есть ты героем вот этим играешь? Да, но он стрёмненький, честно говоря. Я его не помню по фильму. Эден. А, ну я помню. Ох, черт, нифига, король чародей меня тут мочканул. Блин, конечно. Сучка. Давай убьем короля чародея. Что это такое сзади? Ох ты, черт. По мне тролль пробежался. Ну и король чародея меня не. Ты умер, да? Меня схватил Назгул и унес просто в никуда. Кто такой Назгул? Это летающая. Говори по-русски, пожалуйста. Только говори, меня схватила летающая хрень. Отлично, так и скажу. Блин, да что-то как-то жестко очень тут вообще все происходит. Почему колдун, я против него один, почему никто не помогает? Я помогаю, как могу. О, да, с луком. Ну, блин, я нормально отнимаю. Это я нормально отнимаю. А, тролль. Все, я убил его. Ох. Ох. Ура, ура, мы победили. Долго прожил Эовин. Да уж. Бедняга Элвин. Ладно, это было несложно. Всего лишь три попытки мы прошли это. С третьего раза. Ну ничего, страшного. Так, теперь мы походили к ним в тыл. Уничтожение этой темной башни. Ух ты, какие перцы. Так, ну я магом, по традиции уже. По традиции магом. С лука тебя прикрывать. С лука прикрывать? Смотрите, воины, ну пошли. Вперед за Гэндальфа. Ох ты, черт, я сразу меня вырубили. Я чуть не упал. Эй, не надо так. Че тут столько народу-то? Ну, ты еще играешь героем? Леголас? Да, конечно. Два раза. Магом, я же сказал. Точно, точно. А, типа, поиграл там и все, да? Ну, видимо, да, я не знаю. Он, короче, исчез. Меня зажали в угол. Помоги мне, пожалуйста. Я сейчас... Ну все, блядь. Охуенно. Еще какая-то ой, хрень. Извините за мат, но это невозможно просто. Не, вроде нормально все. Жив. Жив цел орел. Это, короче, какая-то телега едет, нам надо, видимо, ее провести туда. Да, я тоже так думаю. Осадная телега, чтобы потом она там разрушила что-то. Так что прикрываем ее, идем вперед и валим всех. Но пока что почему-то я только ее валю, эту телегу. Да. Ох, сколько их. А на. Есть. Да куда ж ты. Ах ты, черт, не ту кнопку. Так, ой. Давай, давай, давай. Отлично. Я получил. Так жестко вообще. Нормально, нормально, все, живем. Орк-лучник. Да блин, нифига нам так отходит. Вот, все. Лег. Вот, дофига народу. И. На. Я просто в гущу событий полетел. Мы тут флаг захватываем просто. Да что вы там? Щинули, пока вы там флаг захватили, я с одним чуваком тут пятерых пронес. Мне, кстати, почему-то кажется, что у меня как-то стали тише звуки в игре. И да, что на видео ничего не будет слышно. Надо будет прерваться сейчас на секундочку, проверить. А, давай. Ну сейчас, давай. Давай дождем уже. Да-да-да. Вот я так. Я своих снял кучами. А я не сомневался. Ох, меня убили, блин. Ничего, ты меня не похилил, это второй маг. Ладно, пока я сейчас меню буду, я прерву на секундочку, проверю, окей? Ну все, я вернулся, вроде поправил, но что-то все равно как-то тихо, ну фиг его знает. Да ладно, в принципе, пофигу. Попробуем так, если будет совсем плохо, в следующей серии учтем это. Да-да, уж извините, какая-то такая серия получилась. Пока что не особо, но в принципе только начало, посмотрим. Да еще дело в том, что проблемы со звуком странные какие-то. Ох, тут что-то какая-то вообще резня пошла. Техасская резня бензопилой. Да, тут буквально. Просто маги, много магов. Сейчас все будет. Так, главное меня не убивайте. Прикрывайте мага, я же вас буду хилить. Что же без меня будете делать? Так, давай, мага, сейчас я вас чпокну, короче. Даже двух. Ну все, маги легли вроде. Вот все, захватили мост. А, так надо разрушать эти частоколы, чтобы он смог проехать. Тут даже стрелочки на них же есть. Да, мы слышишь, по- горели. Почти все снесли, да. Вот так. Теперь прикрываем таран. Кого надо похилить? Нет, тебя надо хилить?
Нет, сейчас не надо. Ну как хочешь. Мы же не таким тараном. Давай. Захватите мост. А где мост у нас захватить? Надо подойти на ворот, там стрелочка, все-таки на них же вроде как. Нет? Нет, вроде. Если кто-то еще стреляет. Да сверху. Пофигу. Сверху? Лучники. Да, там лучники, парочку. Ну до них никак не достать. О, фига, прикольно, его сзади подталкивают, короче, два чувака. Ну да, он не сам едет. Ну вдруг, может, какой-нибудь магической силой. Ну давай тогда стреляем по двери тоже, да, наверное? Помогаем тарану. Ну я думаю, таран все-таки пустает. Отлично. Все, прорываемся, давай. Ох, стал тролль. Да, давай. Мне опять Арагорна дали? Да ладно. Клево, почему мне никого не дали? Ну ладно, в принципе, я магом тут пока неплохо проношу всех. Один тролль уже почти лег. Меня сразу сваншотили. Да, меня я вижу. Это было клево. Да просто ох, не черт, я магии промазал. Ребята, так, ладно, подходим в гущу. И вот так. Просто и ничего не отнял ему. Да. Ладно, не парься. Да не, лох, все нормально. Я же Аргон уже умирал. Значит, их возвращают, я так понял. Ну, значит, нет. Да. Что-то тут вообще дофига народу. Слушай, чувак, I need help. Да мы затащим сейчас. Думаешь? Да. Просто магов тьма тьмущая. Да я вижу, я пытаюсь что-то сделать против них. Я тоже. Я же лучник. Все. Что вообще дофига народу. Ладно, пойдем. Ох ты, черт, я лег. Я лег поспать. А нет, не лег. Быстро хилится. Еще хилится. О, нифига меня так напнул просто. Вот подонок. Да что такое-то? Блин, разведчики. Help. Я пытаюсь убить лучника. Я захватываю флаг. В одиночку. Просто баллисты. А нет, я тебя вижу. Да ладно, тут баллисты еще есть. Да. Нормально. Так, пойду мага пронесу. А то у меня он бесит. Хватит хилить всех, козел, иди сюда. Такой жесткий всех. Только и делаешь, что лечит. Вот, все. Сейчас ему настанет. Капец. Вроде все, вроде убил его. Так, что там с флагом? Флаг захватывают там свои вроде. Или мы должны обязательно захватывать. Да, там дофига народу, блин, вражеских. А, уже прибежали. Только что было тихо и спокойно. Ну, это было. Теперь уже все. Так, ну что тут у нас? О, я сейчас упаду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну стой, ну прикройте меня кто-нибудь. Ну что ж, блять, за команда игра-то такая, когда никто не прикрывает. Фак. Да ладно, нас все двое. Ну, я всего лишь сдох. Боты, они же никогда не помогут, ты что? Ты даже не можешь. Да ты тоже никогда не поможешь. Я пытаюсь, ты гонишься, ты чувак. Ладно, мы захватили внутренний двор, все нормально. Прорываемся дальше. В крепость. Только жди меня теперь. Где ты? Ну, за тебя. Тебя надо хилить? Нет. А, уже надо. Я вижу. Сейчас, короче, я чпокну его, подожди. Предводитель орков сраный. Ну все, он, по-моему, лег спать. Нет, еще не лег? Не, я просто его сбил с ног. Ну, теперь точно лег. Нет, еще. Нет еще? Блин, какой он жесткий. Сейчас вали уже все. Не совсем. Ну, вот теперь вроде да. Так, давай, где-то есть там, давайте похилю. О, все, готово. Ну все, видишь, вот это командная игра называют, вот это кооперативное прохождение. А не когда, блин, один ложится, да другой просто ты такая смешиваешься с толпой всяких ботских... А думаешь, ты нет? Нереальных людей. Думаешь, ты такой один-единственный лучник уникальный? Да. Еще один, что ли, предводитель? Не-не, это орки рядовые. Рядовые просто. Орк-прапорщик. Ладно, проходим. Так, что здесь надо сделать? А, рычаг надо нажать, так. Да? Можешь молнией его нажать, если у тебя получится. Все, отлично. Теперь спускаемся вниз, наверное, да? Да, давай попробуем. Освободите гондорцев. Или гондорцев. Или еще как-нибудь.
Да такие опасные слова тут бывают. Да уж. На свободе. О, я просто улетел. Думал спуститься по-быстрому, улетел в пропасть. Нормально. Блин, тут, короче, тут вообще трэш. Ты и воины, и я... эти колдуны, и вообще все подряд. Меня окружили. И лучники. Черт, 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 сваливаем, сваливаем. Спасти. Ой, ну я получил мечом был. О, как улетел. Просто я в своих все им попадаю, мне это... Давай, радует. Короче, скорее, тут, в общем, дофига что-то вообще народу, где-то есть. А, я умер, блин. Скорее, видишь, что же говорят. Ладно, бежим, короче, сразу отправлять пленных гондорцев, или как их там зовут. Думаешь? Ну, я на стрелочку бегу, прикрой тебя пока что. Давай, постреляю тут. Сейчас чистокол еще разрушу. Маги, маги. Маги хотят все. Черт, меня подносят. Постань. О, черт, 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 нифига, нифига, да ладно, блин, нет, нет, нет. Снова умер. Блин, неужели я снова умер? Фак, все, играю этим самым мечником. Какой выход? Вот эти чистоколы, видимо, имеется в виду. Тут тюремные камеры, на самом деле. Я так посмотрел чуть-чуть. Понятно. Так, давай, я отбиваюсь тут от этих. Давай, я пытаюсь освободить. Где их освободить, как я не понимаю пока что. Ой, я умер. Что-то нифига пока я не понимаю. Просто ломать, что ли? А, да, ломать надо просто дверь. Да, господа. Миссии довольно сложные. Честно говоря, не помню, можно ли было выбрать уровень сложности, но... Реально приходится попотеть, и это здорово. Это помимо сюрпризов, которые готовит игра в качестве появляющихся мумукилов. Так, слышь, мумукил, меня тут сейчас тоже за мумукилит. Давай, помогай, я ж дверь проношу, а ты прикрывай. Стараюсь, просто я только добежал. Прикрывай теперь меня, я буду дверь проносить. Ох, ну, отлично. Я такие вертушки просто выписываю. Теперь новости, а прикрывальщик, надо сказать. Блин, я нормально прикрываю. Я тебе говорю, если меня сносят, что я могу сделать? Ну ладно, ладно. Лучник просто... Я тебя прощаю, на первый раз. Мягкотелый какой-то чувак. Но второй раз умер просто. Все, прикрывай теперь. Говно игра. Да, все, удаляем ее. Да не, на самом деле игра хорошая. То, что сложно, это хорошо, на самом деле. Все, осталась-то последняя дверь. Я почти ее вынес. Если под ногами наши же не путались, блин, да дай ты мне попасть по двери, придурок. Все. Вот и все, собственно. Понял? Да, наша отвага. Наши братья, наша отвага, все наше. Так, бежим дальше теперь, куда туда? А, вижу, вижу. Черная магия защищает. Я пошел наверх. На стрелочку на одну из. Я бы пошел бы наверх, да там троллись. Ох, блин, да ладно, тут что-то вообще жестко как-то. О, я даже вот не добежал. Фейл. Тут, короче, жесть, Горели. Тебе надо срочно сюда идти, иначе я все, я начал труп. Ну я, в принципе, так и так уже труп. И даже если похилюсь. Жесть, вообще. Да-да-да, я вижу, вижу. Я рядом с тобой тоже. Ох, меня просто с двух сторон валит. А то из всех четырех, наверное, даже. Назгулы, прикинь, это те, которые летающие твари, они превращают... Которые на драконах летают? Да-да-да. Так, ну окей, пойдем еще разочек-то туда же, да? Давай, за тебя. Уже спереди. Я не могу, меня волны просто отбрасывают. Я волна? Да, я волна. Так, 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 нафиг, нафиг, нафиг. Прорываем, съемся. Нет, честно говоря, я умру. Да, я даже подняться не успеваю, меня сразу убивают. Могу, мне нас глывали просто.
Надо, короче, сначала их завалить, надо все-таки. Возможно, нажать ничего. Нас был побежден? Да. Это хорошо, наверное, да? Да, бред вообще просто какой-то, просто реально бред. Я ничего не успеваю сделать, меня сразу же валит. Нас побежден, одного победили. Так, сейчас попробую кое-что по-другому. Избрать тактику стелс. Чит на нас. Сейчас тролля завалим. О, не помогает стелс. Черт, запалили. Нет, 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 даже не встать. Черт, 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 вали, вали, вали. Вали, вали, вали. А, нет, 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 нет. Все, я умер. Черт. Это не вовремя пришел, да? Это было глупо очень. Так, лучника. Все вперед. Ну люди, защищайте, че боты такие дауны? Потому что боты. Короля чародея. Пойдем потихонечку, очень медленно, аккуратно. Давай, прикрывайте сзади лучником. Отлично. Да я сдох. Да я вижу. Вот, нас был убит. Еще один. Ну маг это единственное, что может здесь, мне кажется, помочь. Что... Наверное, да. Остальные все персонажи умирают на подходе. Так, давай, давай, я пошел к этой штуке, короче. Назгул очень опасно. Прикрывайте меня кто-нибудь, пожалуйста. Меня в угол сжимают. Наверху сейчас, я уже, да, да, да. И... Блин, скорее меня валят просто, короче, жестко. Я Маг же лучником. На пути стоит. Да сейчас хрен с ним. Тут Назгул уже появился. Блин, короче, пиздец какой-то. А-а-а. Так, 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 бежим, бежим. Как эту штуку разрушить-то, блин? Просто стрелять по ней? Да, просто стрелять. Короче, шляпа. Все, лег спать снова. Пять ракурн дали. Сложно. Видно, поняли, что мы не справимся так. Жестко сложно вообще, я снова сдох, короче. У нас не хватит сил, говорят, и они всё, абсолютно... Горели, да, прорываемся аккуратно, я прикрываю тебя сзади, вот я убил Назгула. Меня кто-то со спины положил, блин, и еще раз ударили. Так, все нормально, я встал, давай, идем. Давай, давай, подходи. Все, валим эту штуку. Назгул. Прикрой от Назгула, я пока по этой штуке стреляю. Почти завалил ее, давай, еще чуть-чуть осталось. Давай, Назгула почти завалил. Конечно, думаем, что можем победить. Отлично, все, одна штука легла. Пойдем на другую теперь, быстро, быстро, быстро. Все, еще Назгула вынесли. Сейчас, сейчас сбежим, давай. Я с другой стороны побежал. Просто оркам вообще все равно на мою магию, что я делаю там. Бывает. Ну это прикольно. Так, да, вижу тебя, отлично ты его пронес. Пойдем. Ох, черт. Блин, Назгул. Даже двое, черт. Жестко. Жестко, жестко. Меня убил маг. Ты жив пока? Да, пока жив, но меня сейчас очень быстро убьют. Сейчас я к тебе поднимусь, я за мага играю теперь. Сейчас бегу, бегу, бегу. Я вообще правильно бегу-то хоть, нет? Да, правильно. Ох, как меня снесло. Ну что, господа, вот эти три штуки, их надо вынести. Блин, ко мне прибежал. Ко мне прибежал этот чувак. Нет, нет. Ладно, я валю кристалл силы. Давай, давай, я хилюсь. Меня просто тут Назгул атаковал жестко. Не подходи ко мне, тварь. Нет. Черт, нифига, он просто так выносит жестко. Очень жестко. Ай, жесть, я умер опять. Всё, теперь западный источник магии надо уничтожить. Эй, а как мне перевозродиться? Слышь, мне не возродиться. Меня ты показываешь на экране? Все что ли? Ну, видимо, да. Видимо, возрождение ограничено. Офигенно. Ну что ж, беги. Давай. Я не умирай. Не могу бежать. Поднимайся, поднимайся. Беги, беги. Сразу к точке, беги к этой. А, я понял, где это. Зря спустился только. Блин, как же мне возродиться-то, интересно. Я тебя вряд ли спас. Ну, понятно. Ну, иди, короче, давай, Тра.
Нет, не прерывайся на всяких родов. Во, отлично. Как они, откуда они появились? Неважно, главное, что я разрушил почти. У меня очень мало жизнек, вообще очень мало. А ты не вынес же ее еще. Да. Найди мага какого-нибудь, он тебя прохилит. Победа, ох, отлично. Не уверен, что ты сможешь остановиться теперь. Мне кажется, Арагорн нам дали уже все. Из того, что... О, отлично. Да. Это было неплохо. Ладно, загрузка. Следующая миссия. Это прошли. Фу, ну это было трудно. Вот это было реально трудно. Сложно. И еще мы узнали, наконец-то, что здесь не бесконечные восстановления. Да. Правда, не пишут, сколько их осталось. Вот что плохо. Ну ладно. О, смотри, герои теперь. Гэндальф, Арагорн и Леголас. А, и Гимли. Я буду Гэндальфом, если ты не против. Я Арагорн, наверное, сыграю. Офигенно, чисто за героев. Мне понравился Арагорн. Вообще неплохо, да? Так. Ну вот, похоже, это нападение же на Мордор, насколько я понял. Ну да. Если на Мордор, тогда... А, нет. Да, Мордор, ёлы-палы. Это же самое эпичное. Самое, да, что может быть эпичное. Ну что ж, окей. Попробуем, ладно. Я просто искренне надеюсь, что это не конец. Ну посмотрим. Я тоже думаю, что это не все еще. Так что не переживай. Так, тебя надо хилить, нет? Где ты есть? Я здесь, вот я. Давай. Я, в принципе, добрал хилки, но мне не надо. Это хилки вываливаются, да, из чуваков? Да, это из них хилки валятся. Что это такое? Вот, смотри, там еще вторая волна идет, жесткая. Сейчас так, все. Ну давайте. Ох, черт. Ладно, нормально. Так, и в самую гущу. На, всех раскидал. Я еще тоже магию использую с мечом своим, так что он только что так сыт на всех. Да, видите? Это было очень неплохо. Так, и снова хил. Где вы? Где ты есть? Нет у тебя? Я здесь бегаю, но... Вижу. Я просто мага поубил чуть-чуть. Прибежаются тролли, нет! Ох, нифига так много, смотри, офигеть. Вот это уже пожестче будет. Тролли. Ладно, сейчас я забегу к ним. О, давай. И снова. Только не убивайте меня. Не хватает. Да что же это такое? Нормально. Один тролль лег. Давай. Второй тролль. Два тролля легли. Я просто не могу. Три легли. Когда не хватает, все. Невозможно схватить. Пять. Я просто... Я отец троллей. Я всех порвал. Ты же Гэндальф, блин. Просто шестерых троллей завалил в жало. Просто в одну каску. Шесть троллей. Все, это лучший день моей жизни. Об этом не буду слагать легенды. Мага убей. Убил мага одного. Отлично. Тебя надо хилить, нет? Нет. Так. Вот сейчас второго мага пронес. Я отец магов. То есть я твой отец. Клево. Ты отец троллей. Вот такая Санта-Барбара получается, да? Если я буду троллем, я обязательно. А ты кто-то? Арагорн, да? Да. Арагорн отец Гэндальфа, оказывается. Вот так вот, ребята. Мы тоже об этом не знали. Это интересно. Да уж. Маг. Победа? О, флаг теперь, да? Хоббит приближается. Надеюсь, нам не нужно будет снова сопровождать. А то он какой-то тупенький очень. Блин, похоже, так, пошел захват, короче, слышишь? Давай, иди на флаг. Одному трудно захватывать его. Я отгоняю лучников немного. Понятно. Так, ну ты во флаге же, значит, нам нечего бояться. Сейчас все захватится спокойно. Ну, пока вроде, да, нормально. Назгул. Где? Полетел так что. Надеюсь, что он не забрал маленького засранца. Да уж. Все, вроде сейчас будет захват. Он еще не добежал? Нет, вроде. Орлы! Ну да уж. Так, с башен, да? Надо башню убить. С кем? С башнями или... Да, с башнями.
начальниками. И с башнями, и с начальниками. Я просто его скинул. Да уж. Жестко. Вали повелитель орк. Как ты на башне-то? Где ты там? Что делать? Я залез просто. Один. Одного победил. Я залез просто по лестнице на башню и скинул. Ну давай, сейчас тоже залезу. Я сейчас на первую лезу. Ой, то есть на вторую уже. А ты... Все, я отлично, я скинул всех. С башни с одной. Еще бы они были не смертны. Я одного убил уже, все нормально. Так, давай еще одна башня. Ну, еще одного. Молодец. Сейчас я прорываюсь. Смотри, осталось двое, один уже сброшен. Вот он здесь, я его валю. А, вижу, вижу. Я тоже валю. Вроде как. Давай, пошел к следующей башне тра. Давай, вы... этой... а, нет, скинь его просто. А он брошен уже, вон он внизу стоит, по-моему. Вот, минус один еще. Ой. Получил стрелу в спину. Все, отлично. Вожди убиты. Тебя надо хилить? Чуть да, надо. Ух ты. Ух ты, черт. Это кто? Это что за... Что это? Давай похилимся. Стой, стой, стой на месте. Давай, давай. Все, нормально. Теперь гоу вперед. Ладно, вперед. Поехали. Это какой-то просто мега... Мега злодей. Сейчас все будет, подожди. Вон, маг еще к тому же, по-моему. Да. Это какой-то глава Саурона. Ой-ой-ой-ой-ой, да хватит меня бить, я же не могу. Я прикрываю, прикрываю, прикрываю. Давай похилю тебя, иди сюда ко мне. Или давай я сам подойду сейчас. Сейчас я его снес. Все, я похилил. Нормально, тащим, тащим пока. Да, вообще нормально, заваливаем его. Как он-то залез-то? Не знаю, я туда же залез тоже. Как-то получилось. Блин, он опасный тип. О, меня валит, валит, валит. Все что ли, не? Нет, 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 еще не все. Вот, вот теперь все, отлично. Спину просто ножом разрезал. Пошел захват. Давайте теперь протащим обычных мелких. Да, это уже для нас мелкие, то что мы герои. Не, Гендальф, кстати, хорош вообще, он, я так долго им держусь. Аргорн вообще решает на самом деле тоже, так что за героев, конечно, это другое дело совсем играть. Так, ты с флага-то не уходи, флаг захватывать надо, тут, блин, орки поступают. Не, я не ухожу, я тут буквально рядом. Окей. Все, пошел наш захват. Сейчас все будет, короче. Еще немножко. В принципе, тут даже боты справляются, такое ощущение. Кстати, если левую кнопку зажимаешь и держишь, то бьет типа сильнее. Ты знал это? Да. Что-то такое вроде было. Защищает лагерь надо теперь. Да. Ух, столько много народу. Вообще ничего не понятно, просто везде магия. Да нормально все было сейчас. О, маг. Я нашел мага. Я тоже нашел колдуна. Я завалил его. Да, да, кстати, они колдуны называются. Что-то мы их магами называем. Маги это хорошие. В этой игре. 8 ударов колдуну. Вот тролли, ничего себе, тролли. По ближнему бою. Ох, черт, меня зажали в угол. Подожди, подожди, да, тролли. Нет, слышь, только не умирай, так не умирай, не умирай. Гендальф, живи! Блин, я походу сдох. Нет. Еще да. Живу, пока живу, живу. Нет, умираю. Черт, я умер. Вот это черт. О, нормально, можно еще раз его же выбрать. Да. Отлично. Ну только, мне кажется. Лучше не умирать, понятное дело. Я сейчас умру. Блин. Два злых тролля просто. Два злых тролля. Они какие-то жесткие вообще на самом деле. Блин, блин, блин. О, отлично, кто вынес его. Так, колдун, иди нафиг. Птица? Меня подняла какая-то хрень, да. И бросила. Я видел, да. Очень клево, наверное. Так, 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 так. Все, нафиг, нафиг, нафиг. Тролля валим. Валим тролля. Отлично, один лег тролль. Следующий. Да, блин, так мой Арагорн не будет долго, долго не проживет. Так, идите нафиг все. Ох, как опасно все. О, ну да. Получил я еще разок.
Пожалуй, быстренько залеголаса. Давай, попробуй. Ох, блин, я снова тоже умер. Жестко, жестко. Выполнено задание, отлично. Да вообще-то я бы посомневался в этом. Там столько троллей ходят в лагере. Ну да, это было как-то так. Ну ладно, продержались более-менее. Назгулы вместе с орлами летают, и все против нас. Это как так? По-моему, орлы-то были за нас. Орлы? Да ладно, с чего они были за нас-то? Ух ты! А чё, всё, что ли? Что это такое? Почему разъединило всё? Ты не знаешь? Сервер совершил текущую игру, написано. Черные врата. Это, видимо, последняя миссия была. Ну, тут, правда, еще есть, смотри, короче, месяца урона и немедленное действие. Поэтому, в принципе, можно месяца урона начать. Или ну, уже в следующий раз, да? В следующей серии. Ну что ж, окей. Тогда в следующей серии мы будем проходить с вами вместе месяца урона, следующую кампанию. Всем спасибо за просмотр. Честно говоря, я хочу поделиться. 2 секунды. Ну, делись, делись. Своими идеями по поводу того, что мега короткая кампания, ну, то есть начало кампании, не знаю, может там продолжение будет сейчас месяца урона, там, но по-моему это мега коротко было. Не знаю, согласитесь ли вы с нами. Ну да, всего 3 серии, считай, почти прошли игру, что-то как-то странно. Ну правда, вот я сейчас включил, я играю, знаешь, кем? Я играю Назгулом. Ну понятно, я понял, что здесь линейка другая, но все, ну все же, блин. Ну как? Я играю Назгулом, прикинь. Нормально. Ну ладно. В общем, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, дальше будет интереснее только. Ну вот я уже проанонсировал для наших подписчиков следующую серию, в принципе, включив ее только что. Эту компанию. И мы за темные силы теперь за Назгулом будем воевать. Видимо, судя по всему. Ну что ж. Сыграем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами были Валда и Грелли. И кого пустили на колец. Ну что ж, пока-пока, услышимся в следующих сериях. Всем пока.